Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Телерадіопроект «Між нами» стартує на хвилях Українського радіо Запоріжжя та на Суспільному Запоріжжя. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова, запрошуємо вас до спілкування. Ну, окрім того, ще запрошуємо до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і офіційного сайту zp.suspilne.media. З 1 січня 2020 року, згідно з Законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, Національна служба здоров'я України виконує функцію замовника медичних послуг з трансплантації. В Україні щороку потребують трансплантації близько 5 тисяч людей, але понад 3 тисячі з них помирають, так і не дочекавшись операції. Коли закон повноцінно запрацює в Запорізькій області, чи готові на сьогодні лікарі та медичні установи проводити операції з заміни органів? Про це та інше дізнаватимемося у головного експерта з питань трансплантації МОЗ України, академіка Національної академії медичних наук України, професора, ректора Державного закладу Запорізька медична академія після дипломної освіти Міністерства охорони здоров'я, керівника Центру серцево-судинної хірургії та трансплантації обласної клінічної лікарні Олександра Никоненко. Вітаємо в студії. Вітаю. Пане Олександре, то скажіть, ви лобіюєте питання, от скільки я себе пам'ятаю, весь час звучить прізвище ваше навколо питання трансплантації органів. Це вже понад 20 років. Чому, на вашу думку, Україна тільки сьогодні починає робити якісь кроки, вирішувати цю проблему? Ну, проблема по трансплантації взагалі актуальна для всіх країн. Для України особенно, потому что у нас были периоды, в нашем центре были периоды такие всплески, когда мы в год выполняли до 50 трансплантаций. Мы первые в Украине сделали трансплантацию печени, поджелудочной железы, первую успешную трансплантацию сердца. То есть наш коллектив полностью подготовлен выполнять практически весь спектр трансплантации органа. Для этого подготовлены специалисты. Какое-то время, когда менялся закон, который то признавался, то не признавался действующим. Но на сегодняшний день полностью решены все юридические проблемы, связанные с трансплантацией. Прежде всего, с использованием трупных органов для трансплантации. Кроме того, решена проблема и информационная. То есть сегодня мы полностью готовы выполнять трансплантацию. И Украина готова к этому. Министр наш вот сейчас Максим Владимирович, он сторонник развития трансплантации в Украине, постоянно выступает с тем, что мы должны в ближайшее время выйти на мировой уровень трансплантации. Мы готовим вот сейчас, буквально у нас сейчас проходит подготовку трансплантологи из нескольких областей. То есть сейчас сделано очень много для того, чтобы развивалась трансплантация. И что еще главное, что на сегодняшний день, если раньше вопросы финансирования не были решены, то на сегодняшний день полностью решены вопросы финансирования. То есть НЦЗУ, это наш центр, который финансирует здравоохранение, он полностью обеспечивает выполненную операцию. И поэтому задача уже стоит перед конкретными центрами, чтобы они реализовали то, что на сегодняшний день возможно. Гроші є, спеціалісти є. Чого не вистачає тоді? Вот, вы знаете, мы попали не совсем удачное время, да? Вот, когда появилась такая поддержка центральная, выделение денег, да? Но мы попали в период, когда возникла эта сложная инфекция, да? Во всем мире количество трансплантаций сразу уменьшилось, потому что центры не были адаптированы к новым условиям работы. И мы не были адаптированы. Я вам скажу, что мы очень много сделали для того, чтобы на сегодняшний день мы могли гарантировать, что операцию, которую мы будем выполнять, мы гарантируем, что больной не будет инфицирован. И это очень сложно. Это и проведение дополнительных исследований, отработка направления пациентов, движение пациентов в определенном центре, диагностика инфекции у трупа, если он рассматривается как потенциальный донор. То есть мы должны полностью обеспечить безопасность реципиента, который принимает орган.
И на сегодняшний день я вам скажу, что областная больница полностью подготовлена к тому, чтобы выполняли трансплантации именно в нашем центре. То есть мы на себя берем полностью эту ответственность. Кроме того, подготовлено полностью все медикаментозное обеспечение. То есть мы готовы это сделать. Вот конкретно от меня, от моей команды хирургов, которые анестезиологов, нефрологов, они полностью подготовлены, чтобы выполнить трансплантацию. Поэтому сейчас уже на данный момент больше зависит уже от организаторов, от главных врачей, которые обеспечивают работу донорских центров. А донорские центры выделены постановой Кабмина. Это 5-я больница или больница скорой помощи у нас. Это 9-я больница, то, что вот в Запорожье. И наши основные районные больницы, которые имеют реанимации и которые тоже должны участвовать в программе трупного донорства. За інформацією голови громадської організації «Національний рух за трансплантацію» Юрія Андрієва, 80% закладів, задіяних у цій сфері, досі не забезпечені необхідним обладнанням. Ви говорите, що наші лікарні готові, то чого не вистачає ще донорів, які можуть, органи яких можуть бути використані? Ви знаєте, не вистачає желання, це прежде всього. Ви сказали, що бажання лікарів. Желання. Має бути економічна мотивація, економічна чи яка? Економічна мотивація полностью есть. На сегодняшний день база забора органов, где выполняется забор органов, она полностью мотивирована. Она получает финансирование и неплохое финансирование за выполненную работу при организации забора органов. У нас не все больницы обеспечены так называемой аппаратурой для диагностики смерти мозга. Потому что пациент, который или донор, который может быть рассматриваться как потенциальный донор, после травмы либо заболеванием головного мозга ему проводится диагностика смерти мозга. Для этого требуется специальная аппаратура. На сегодняшний день у нас есть полностью аппаратура, которая может быть доставлена в ту больницу, где необходимо провести диагностику смерти мозга, и выполнена диагностика смерти мозга. То есть это не проблема. Хотя я вам скажу, что каждая больница должна иметь оборудование для диагностики смерти мозга, потому что это не обязательная процедура для всех реанимационных отделений, не только для трансплантации. Потому что пациент, который умирает, у которого погиб головной мозг, он уже фактически умер, а ему продолжают всякие реанимационные пособия, тратятся деньги. То есть сенсу тримати його на штучному, на апараті штучного дихання і штучної, да, підтримки? Так, йому должны провести диагностику смерти мозга. Є апаратура спеціальна. Мы подготовили практически всех наших анестезиологов в области. У нас специальные курсы есть, которые проходят у нас в Академии последипломного образования. И анестезиолог получает право проводить диагностику смерти мозга. Если это необходимо и оборудования нет, мы это оборудование, областная больница, может поставить со своими специалистами, которые приедут и приведут диагностику смерти мозга. После того, как проведена диагностика смерти мозга, дальше работают так называемые трансплант-координаторы. Власне, кто это такие? Они с минулого року працюють, с 19-го року, с лютого. Да. Мы подготовили для Украины, по-моему, уже около 60 специалистов, которые на сегодняшний день называются трансплант-координаторы. У нас подготовлены специалисты в каждую больницу, где есть реанимация. Другой вопрос, что подготовленные люди еще не вошли в штатное расписание. То есть они готовы, но их главные врачи еще не включили в штатное расписание. А чем юридически... они могут заниматься? Они подходят до родичев важкохворой людины и... Их задача организовать диагностику смерти мозга, потом провести беседу с родственниками, получить, если удается, получить согласие на возможный забор органов, и после этого трансплант-координатор сообщает в центр трансплантации о том, что есть потенциальный донор, что получено согласие, и тогда включаются уже трансплантологи для того, чтобы выполнить забор органов. Трансплант-координатор – это очень ключевая и ответственная фигура, от него во многом зависит. Поэтому мы во все наши больницы подготовили, а другая задача, чтобы они были реализованы. Да? Если 5-я и 9-я больница уже их включила в штатное расписание и не могут работать, то больницы... В области у нас еще пока
эту процедуру не провели, хотя есть подготовленные специалисты. Тобто ми так і довго, Україна так довго йшла до питання трансплантології від померлої людини, тому що від рідної людини простіше. Ти маєш просто отримати дозвіл, твої органи мають підійти просто людині і все. Не потрібно ніякого обладнання додаткового. Ви говорите о родственной трансплантации. Ну, які вже проводяться, да, в принципі, багато проводяться, років. Да. У нас выполняются эти родственные трансплантации почки. Но это почка и доля печени, все. И родственная трансплантация во всем мире занимает где-то 20-25% от общего количества трансплантаций. Основное все-таки это трупная трансплантация. И во всем мире это, ну, такая развитая отрасль. У нас проблема еще в том, что наше население не очень подготовлено и поддерживает трупное донорство. Тут нужна работа средств массовой информации для того, чтобы как-то, ну, переориентировать людей на правильные поступки в случае смерти близкого человека. Є кілька питань одразу, вони трішечки різними фразами, але суть їх в цьому. То з моргу наші рідні виходитимуть без органів, які забиратимуть на пересадку? Ось так звучать коментарі. Ну, это немножко неправильный вопрос, потому что органы забираются в больнице, где погиб пациент, не в морге. Забираются только после того, когда получено согласие родственников на забор органа. При этом нужно учитывать, что в это время сердце работает. Так, аппарат искусственной вентиляции поддерживает работу легких. Так и организм живой, кроме мозга. Мозг тобто, погиб. Поэтому якщо тіло людини декілька днів лежить, це Нет, вже органи тіло не підходить. Тіло днів лежить, це вже не трансплантація. Тобто трансплантація, ми повинні виконати забор органу у погибшого чоловіка при работающем серці, як правило, так, у якого погиб головний мозг. Во всьому світі два варіанти після того, як діагностується смерть мозга. Либо прекращається отключается обеспечение, все, и прекращается реанимационное пособие, потому что это считается как бы издевательство даже над трупом, да. Это один вопрос. И второй – это передача пациента в случае согласия родственников для забора органов. А дальше включается вся программа, которая обеспечивает правильный забор органов. Там очень много. Это диагностика инфекции, выбор органа, который можно пересадить. То есть много вопросов, которые принципиально все решены. Основной этап – это диагностика смерти мозга и получение согласия родственников на забор органов. Якщо, наприклад, є згода від самої людини, от, наприклад, я перед тим, як мене кремують, хочу, щоб мої органи пішли на те, щоб інші люди могли жити, бути здоровими. Яку я маю посвідку у себе мати? Ну, ми розробляли механізм передачі свого согласия. Значить, ну, остановились на найбільш приємливому для нас варіанті. Тот человек, который при жизни дает согласие на забор органов, он сообщает о своем согласии и пишет это согласие и передает семейному врачу. Дальше семейный врач передает трансплант-координатору того города, в котором он находится. И дальше это поступает в информационную систему. Це та інформаційна система, яка мала запрацювати з січня минулого року. В этом году вона вже заработала. А вік донора ось, якщо людині за 60, вона може бути чи ні? Тут, ну, считается в среднем где-то 65 лет возможность забору органов. Но это индивидуальный такой, потому что может быть и в 70 лет человек относительно здоровыми органами. Здоровый способ життя. Но почка к этому времени уже теряет часть нефрона, поэтому она может быть пересажена тоже пациенту примерно такого же возраста. А якщо, наприклад, я донор, у мене є відповідна позначка, мені потрібен якийсь браслет, чи це в паспорті має бути, і чи повинна я проходити тоді щорічно медобстеження, щоб доводити, що органи, які я потім... Ні, такого не, в этом нет необходимости. Ви даєте согласие, это согласие передается в информационный центр. Когда появляется донор, предположим, в определенной больнице, фамилия такой-то известна, его данные известны, запрос идет в информационный центр. Есть ли согласие этого человека на возможность забора органов? Все.
Ви говорили, що в принципі питання стоїть в тому, що у нас так непросто все і з трупним донорством, з поганою поінформованістю. Громадські організації теж допомагають лікарям в цьому питанні. Чому, власне, зараз з нами на телефонному зв'язку знаходиться Дмитро Глушко, голова громадської організації «Шляхи до життя», і ми з ним поговоримо, чому громадські організації допомагають вирішувати, просувати, лобіювати питання трупного донорства. Будь ласка. Чому ваша громадська організація лобіює трупне донорство органів в Україні? Смотрите, дело в том, что трансплантация – это, скажем так, завершающий метод лечения пациентов с хронической почечным заболеванием. Да? То есть есть гемодиализ, это поддерживающая терапия, а самый лучший метод лечения в этом заболевании – это трансплантация. Не у всех пациентов есть донор живой, который может стать донором, да, родственник. То есть только трупная трансплантация, и тем более, извините, как даже говорит церковь, Богу ваши органы не нужны, Богу нужны ваши души. То есть и сама церковь призывает к тому, что это спасение жизней. Нагадайте, будь ласка, вашу историю, адже не всі слухачі і глядачі з нами з початку ваших візитів на Українське радіо Запоріжжя і пам'ятають вашу історію. Ви ж безпосередньо, в принципі, і вижили завдяки тому, що у вас був донор. Да, я был 6,5 лет на гемодиализе, потом на тот момент моя первая жена стала мне донором, и уже 7,5 лет я после трансплантации почки. И веду активный образ жизни, занимаюсь общественной деятельностью, помогаю таким же пациентам, как я после трансплантации, и которые находятся на гемодиализе. Ведем просветительскую деятельность, проводим школы пациентов, семинары различные, создали информационный сайт для пациентов, для родственников пациентов, чтобы они могли откуда-то находить эту информацию, да, потому как многие пациенты, которые сталкиваются с этим заболеванием, с гемодиализом или с постановкой на трансплантацию, то есть для них это, скажем, что-то страшное, непонятное, неизведанное, да, и поэтому хотя бы, чтобы какую-то информацию они могли находить из этого сайта. Тобто, в принципе, донорство – це выход? Это единственный выход для этих пациентов, я так считаю. Спасибо величезне, дякую, гарного дня. На телефонному зв'язку, нагадаю, друзі, зі студією був Дмитро Глушко, голова громадської організації «Шляхи до життя». Говорили про те, чому його громадська організація лобіює питання трупного донорства. Прокоментуєте, пане Олександре? Ну, я знаю цих людей, вони дуже активні. Я вспоминаю ще той період, коли ми тільки починали розвиття трансплантації в Україні, в нашому місті, і ми вперше організували спільство людей с пересаженными органами. Они очень активны, они проводят вебинары. Вот мы последние в конце прошлого года проводили такой большой вебинар, который подключали нефрологов, урологов и специалистов, которые семейных врачей, которые потом сопровождают этих пациентов после трансплантации. То есть я вам скажу, что общественные организации имеют очень большое значение для того, чтобы пропагандировать трупное донорство в нашей стране. Вы называете багатьох фахівців, серед яких я жодного разу від вас не почула психологів. У нас, вы знаете, вот подготовка трансплант-координатора, так? Кроме того, что он должен знать, ну, такие стандартные вещи, связанные с трансплантацией, он у нас проходит специальные курсы по психологии. Доцент кафедры психологии университета гуманитарного, да, проводит неделю с ними занятия, которые включают основное, как правильно провести беседу с родственниками, которые находятся в достаточно таком сложном психологическом статусе. Да, у них погиб близкий человек, и решить вопросы о том, чтобы дать согласие на забор органов, это не всегда просто. И поэтому специальная подготовка требуется для трансплант-координатора, именно это работа психологом. Від Євгена питання, чи можуть близькі заборонити бути донором, взяти орган, навіть якщо людина давала свою попередню згоду? Да, можуть. І що тоді в такому випадку робити, якщо на цю людину розраховують, власне?
Последнє слово буде за родственниками. Що тоді потрібно зробити в суспільстві, щоб дійсно змінити думку? Що а змінити думку, ми повинні багато говорити о положительному іміджі трансплантації. Приклади наводити. От ви знаєте, во всьому світі о трансплантації починають говорити в дитячому садику, так? Да? И это постепенно нарастает информация, и человек вырастает с той мыслью, что это нормально, да, если погиб близкий, погиб человек, то от него можно забрать органы для того, чтобы спасти жизнь других людей. У нас, как правило, средства массовой информации начинают раскручивать какие-то вопросы, которые очень далеки от трансплантации, да, что это какие-то заборы органов, там еще что-то незаконно. Все в Украине выполняется законно, да. И мы должны вместе с вами проводить вот такую просветительскую работу среди населения, что это правильный шаг, когда мы спасаем близкого человека. Або зовсім не свою людину, да, може подарувати друге життя, да. Другий Поэтому шанс. Поэтому родственная трансплантация, она тоже должна... пропагандироваться, потому что на самом деле, вот если мы возьмем в мировой практике, примерно 25-30% при трансплантации почки это родственные, потому что во всем мире не хватает даже при той раскрутке положительного имиджа трансплантации, как имеется в других странах, все равно трупных органов не хватает. И поэтому родственные трансплантации почки – это доступный и правильный тоже шаг для спасения близкого человека. 3D-моделирование может врятувати ситуацию? 3D-моделирование органов, которые сейчас начинают так само впроваджувати? Немножко не понял вопрос. Зараз є можливість моделювати органи на принтері, роздруковувати їх. Ну, 3D-моделювання. Это фантастика пока, хотя... Хотя, знаете, вот, любая фантастика сначала кажется таким не сбывшимся, да, а потом она как-то меняется. Да? Есть сейчас разработка, когда выращивают органы из клеток, но это все еще далекое-далекое будущее. На стадии вивчення. Да. Банк органов. Чи банк потрібен органов він... нет такого понятия. Есть банк клеток, да, вот есть, да. Стволовые клетки, которые замораживаются, и, может, мы сейчас применяем стволовые клетки, которые берем в институте клеточной трансплантации в Киеве, и применяем их у пациентов, у которых возникли какие-то проблемы после трансплантации почки, когда почка начинает функционировать неправильно по каким-то проблемам. Да? Вот у нас уже сейчас есть 3 пациента, которым мы выполнили пересадку этих стволовых клеток и видим такой положительный результат. Но, конечно, заменить полностью клеточной терапией трансплантацию органов невозможно на сегодняшний день. Олена, чи правда, що людей все ще крадуть задля того, щоб вирізати в них органи для пересадки? Ну, вот я вам скажу, вот такие вопросы, когда задаются, да, они говорят о том, что мы неправильно информируем наше население, да? Если такой вопрос задается, значит, откуда-то он взялся, да? Откуда такие мысли появились? Невозможно это. Вот я вам говорю, это невозможно. И поэтому даже обсуждать этот вопрос нельзя. Для того, чтобы забрать орган, работает сразу бригада, которая включает минимум 10-15 врачей. Поэтому это до того прозрачная операции до того информативные для всех, что каким-то образом забрать орган и продать, но это из области тоже фантастики, такой нехороший. З 1 квітня 2019 року, власне, набув чинності в Україні закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини, номер 2694/8. У грудні 2019 Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання питань трансплантації анатомічних матеріалів людини. Іншими словами, запрацювали нововведення закону про трансплантацію. 2 роки. Уже 2 роки. То бути чи не бути, власне, трупному донорству в Запорізькій області? У нас 20 секунд. У нас должно быть. Я вам скажу, що закон правильний, нормальний для наших условий і должен работать. Зависить все от того, щоб наші організатори більш ответственно підходили к виконанню всіх приказів і того ж закону, який зараз в Україні є, і він вполне цивілізований для нашої країни.
Ну що ж, стежитимо за ситуацією і будемо сподіватися, що у всіх з вами буде наше міцне здоров'я і будуть завжди здорові близькі. Друзі, закликали до того, щоб ви шукали правильну інформацію. Сьогодні у вас в студії разом із головним експертом з питань трансплантації МОЗ, академіком Національної академії медичних наук України Олександром Никоненком. Залишайтесь Суспільним. Всього найкращого. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».